Привет, детки! Меня зовут Котик Мурчик, и я решил изучать польский язык. Надеюсь, с вами вместе мы сможем это сделать. Мы будем одной командой. Вы согласны? Да! Если да, тогда давайте начинать! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Вперед за знаниями! Отличная идея, Котик Мурчик, что ты решил изучать польский язык. Давай так, сегодня будет наш первый урок, где ты сможешь узнать основные слова, которые касаются семьи. Ура! Теперь я буду знать, как называть маму и папу по-польски. Правильно! Так что бери листочек и ручку, и мы начинаем. Ну что, ты готов? Да! Итак, наше первое слово, которое выучим, это семья. Семья по-польски будет родзина. Повторяй за мной. Родзина! Правильно. Родзина. Мама по-польски будет матка. Матка. Повторяй за мной. Матка. Правильно. Матка. Папа будет по-польски ойчец. Получилось? Ойчец. Сестра по-польски будет сестра. Сестра. Как у тебя получается вообще? Сестра. Конечно, получается. Сестра. Правильно. Следующее слово. Брат. Брат. Точно так же будет. Здесь нету ничего сложного. Это самое легкое слово, чтобы выучить. Ты прав. Правильно. Следующее слово. Бабушка. Бабча. 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 Правильно. Бабча. Дедушка. Дядек. 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 Это просто. Дядя по-польски будет вуй. Вуй. Тетя по-польски будет четка. Четка. Котик мяу, у тебя есть двоюродный брат? Да, есть, но они живут очень далеко. По-польски двоюродный брат будет кузин. Кузин. Двоюродная сестра по-польски будет кузинка. Кузинка. Ну как, ты успеваешь записывать эти слова? Да, конечно. Все они были очень просты. Отлично. Тогда давай продолжим. Мальчик. Мальчик по-польски будет хлопчик. Хлопчик. Девочка по-польски будет девчинка. Девчинка. Ребенок по-польски будет детско. Детско. Младенец. Немовлен. Немовлен. Ой, какое-то оно сложное, это слово. А я не сразу могу его произнести. Да, ты прав. Последняя буква здесь достаточно сложная. Но просто попробуй говорить ее как «эн». И у тебя все получится. Немовлен. Немовлен. Я уже немножко устал, если честно. Давай продолжим. Осталось совсем мало слов. Дочка. Дочка по-польски будет цурка. Цурка. Сын по-польски будет точно так же. Сын. О, это просто. Жена по-польски будет жона. Жона. Муж по-польски будет мąż. Мąż. Женщина по-польски будет kobieta. Kobieta. Мужчина по-польски будет mężczyzna. Mężczyzna. Котик мяу, ты хоть успеваешь записывать? Я не очень быстро это говорю. Нет, я стараюсь запоминать. Ну хорошо, запоминай. Но ты обязательно должен будешь их выучить. Хорошо, это будет просто. И давай, осталось еще два слова, и ты будешь свободен.
подружка. По-польски будет przyjaciółka. Przyjaciółka. И друг по-польски будет przyjaciel. Przyjaciel. Ой, надеюсь, это все, а то я что-то устал. Да, это все. Это основные слова, которые тебе нужно будет выучить. Встретимся на следующем уроке. Обязательно выучи эти слова к следующему уроку, и мы сможем продолжить. Отлично! Пока! Пока, котик мяу.